У тебя нет воды? Ты постоянно что-то затеваешь. О, нет! Не знаешь уже, чего от тебя ожидать. Прости, мне очень жаль. Со мной вечно что-то случается. И в школе тоже сплошные проказы. Была бы школа другая. Все, что весело, запрещено. Это же так скучно. Тогда я еще не знал, что комитет по борьбе со скукой уже направил к нам своего лучшего специалиста. Инспектор Распутин, Руфус, Ремигиус, Рафаэль, Рудольф, Румпус. Мы должны уничтожить правила. Ну что, ты за? Это чувство должно быть искренним и идти от вас к детям. Такими темпами эти неуправляемые детишки разнесут все здание. Не бойтесь, у нас все под контролем. Обалдеть. Дружба? Дружба, да. Я не дам кучке детей уничтожить труд всей моей жизни. Эти правила никому не нужны. Да! Самая нескучная школа. Дети знают, как лучше. В кино с 4 июля.